بسم الله الرحمن الرحيم. С аятов священного Корана началась женская встреча. Она стала долгожданной, потому что мусульманкам не часто приходится собираться вот так, вместе, чтобы просто увидеться друг с другом. Обычно этому препятствуют какие-то жизненные обстоятельства. Но вместе с Рамадан такое общение стало возможным во время совместного ифтара. Восхищает то, что вот мы собираемся, общаемся. Потом идем вместе таравих читаем вечером, дополнительные намазы. Все это нас вдохновляет на это, все это Рамазан чувствуется совсем по-другому. В этом собрании женщины рассказывали о своих впечатлениях от месяца Рамадан и вспоминали мудрые советы пророка Мухаммада, мир ему. А чтобы встреча была еще интереснее, молодые девушки из общественной организации «Родник» подготовили для всех познавательную викторину об истории ислама. Это собрание сделало мусульманок роднее друг другу и наполнило их души теплом. Я хочу пожелать всем моим сестрам, всем, с которыми работаю, всех, кого знаю, милости Всевышнего, чтобы Всевышний Аллах принял наш пост. Месяц Рамадан уже на исходе, мы очень хотели собраться. И сегодняшний ифтар проходит при поддержке полномочного представителя, главы Чеченской Республики, Турпала Хайдаровича Азиева, за что мы ему очень благодарны, пусть Всевышний воздаст добром. Уютно посидели, приятно пообщались. И с первыми звуками азана вместе приступили к ужину после дневного поста. Очевидно, что каждая женщина, побывавшая здесь, запомнит эту встречу как семейную. Расим Заитов, Тимофей Печерский. Специально для Нур ТВ.